Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке 3D Teacher Scary, там, короче, по этой сумасшедшей училке, которую нужно тут доставать, пранковать и так далее. Здесь что-то вообще какие-то обновления понятные выходят, какие-то, знаете, вот что это вообще? Какое-то казино сюда добавили, это чё, блин? Не понимаю прикола, конечно, ну давайте крутанем, раз уж мне тут разрешают это сделать. Ага. Ну, конечно, приступ-то полнейший. Самое худшее, что просто могло быть. Ну, это стандарт, наверное. Да идите в жопу, я тут, блин, и так у вас купил этот, версию без рекламы, вы мне рекламу показываете, новые эти купил, тоже показываете всякую туфту. Вы меня как будто бы разводите тут, блин, в этой игре. Это нехорошо. Ой, а это что, загрузка пошла? Нет, ну ёкарный ты бабайка, а. Ну что это такое? Ну сейчас оно быстро загрузится, ничего страшного, я думаю. Так, ну мы остановились на третьем эпизоде. А тут он... Ох ты, нифига тут уровней. Что-то третий эпизод какой-то маленький. Ну тут уровни посложнее, да, как я понимаю. Ладно, погнали, ребят, проходим дальше. Сейчас посмотрим, что у нас из этого вообще получится. Надеюсь, что-нибудь получится. Так, мне нужно напугать эту Мисти. Ну да, Мисти, я забыл, как ее зовут вообще. Так, нужно взять ключ, что-то там, который под этим ковриком главной двери, тогда... Ага. Какую-то вещь надо взять из коробки и отнести ее на кухню. Я вот единственное слово тут шед не понимаю, что за шед-дур. Не знаю, честно говоря, что это означает, но фиг с ним. Так, ага, ну действуем, get the key under the... Ага, ну все, это у нас вот тут вот, под ковриком, действуем, готово, взяли, теперь куда? Ага, шед у нас, видать, это сарайчик, или что-то типа вот этого, да? Здесь можно очень быстро бегать, это прекрасная функция, так, окей, ключ используем, а, тут закрытая туфта, ну все понятно. Это что такое? Это труп, что ли? Нормально так. Труп это, конечно, жестко. Но я бегу, наверное, сейчас все равно там пойдет с другой стороны. Я буду заходить именно с этой. Ну, как-то вот так. Ну, зашибись, конечно, она тут строители какие-то крутые были явно. Все просчитано до мелочей просто. Ладно, у нас вот вход, который мне нужен. А вон бабуська. Аккуратно надо с ней быть. Я сейчас попробую через дом как бы пройти. Все такое. Надеюсь, все будет налегке. Она просто может сейчас уже прийти домой. А я к этому времени не успею на кухню отнести труп. Да, вот это пранк трупом нормальная тема вообще. Вот сюда прям. Ё-моё. Чел у нас тут. Так, а мне, наверное, надо смотаться куда-то. Она сейчас сюда придет, да? Окей, я понял, игра. Ну, давайте, ждем. Здесь отсюда я выходить могу, да? Ну, не могу, видимо. Ну, окей, ждем, короче, когда она пройдет. Я не могу нажать, чтобы следить за ней в большом экране. Ну, сейчас, наверное, она как все это увидит, у меня увеличится в любом случае экран. Ну, давайте посмотрим, что из этого всего получится-то. Идет, идет, шагает. И почти пришла к месту нашего пранка. Да уж, надо было так и называть, блин. Пранки над страшной сумасшедшей училкой, которую зовут Мисти. Ага. Спасибо. И следующий эпизод давайте. Так, ну потихоньку, думаю, сегодня мы допройдем третий. Вы уж меня извините, что я не так этот, как его, часто в эту игру играю. Просто некоторым она нравится. А я редко снимаю. Так, мне нужно немножко взять каких-то картинок с детьми. Или с ребенком. С ребенком, да? Из ящичка стола, видимо. Но для начала тебе нужно найти ключ от этой комнаты. Ага. Ага. Вы мне еще, кстати, в комментариях писали то, что у них же немножко по-другому считается. Типа, первый этаж это первый этаж для нас, а для них это немножко по-другому. У них нулевой этаж первый для нас.
Вот, спасибо, то, что в прошлый раз подсказали. А то я просто тупой. Вот в этих надо мне искать? Нет? Ну ладно. Ну продолжаем поиски. Просто я не особо понял, что мне нужно сделать. К сожалению. Но она на втором этаже, видать. Вот в этих нужно, по-моему, искать. Вот. Это что? А, я нашел. Нормально. Так. Ну, вот здесь вот, что ли? Нет, вот тут вот, походу. 100 пудов. Используем? А, черт, нет. Нужна... Что-то я не могу найти ее комнату. Но, видать, когда я к ее комнате подойду, у меня выйдет то, что мне нужно активировать ключик. Ой, тут что-то написано play. Ага. Но она ходит, бродит, это не есть хорошо. Но я ключ нашел от ее комнаты. Вот оно что, да? Мне бы сейчас на нее не выйти так. А то... О-о-о! Ё-моё. Тихо-тихо-тихо, ребята. Вот это уже весьма рисково все дело. А, вот, вот эта дверь. А, нет. Вон она ходит. Да черт, я даже не знаю куда. Честно-то сказать. Мне казалось, вот здесь вот. Но что-то как-то нет. From side table. А вот! Фото детей разве нет? Походу нет. Ну ладно, окей. Идем дальше. Блин, она ко мне близится, конечно. Это ай-яй, как не круто. Ух ты. Ё-моё, как я это сделал? Да я спец. У-у-у, ё-моё. О! Чё за... Фух, блин, напугался. Думал, куда провалился. Хотел уже офигевать. Но нет, все окей. Но что-то не могу найти, честно говоря, ребят. Какой-то стол. Не знаю. Не получается. Где может быть вообще? Ну, ключка главное нашел. И то неплохо. Да уж, конечно, с переводом порой затруднения. Причем такие жестковатые. Но сейчас она... А вот, может, вот это? Да как это же не оно? Подсказка мне нужна. Хотя это и есть подсказка. Блин, а? Она еще вон там прям ходит, меня может заметить. Ладно, я пойду, короче, туда внизу искать. Просто я не помню, на каком этаже. Ну, вроде, может быть, она... Вот в подсказке поднималась отсюда откуда-то. Так, 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 так. Продолжаем поиски, ребят. Да, в принципе, оно все и подсвечиваться должно. Блин, она чувствует, что я где-то хожу, брожу. Ах ты, гадина, а. Спускается вниз собака. Сейчас будет меня тут терроризировать. Что ты? Что-то как-то... Ага. А эта дверь? Ее-то как открыть? Что-то она не хочет открываться. Так, здесь что-то ничего нет. Блин, а. Попадало вот такое жуткое. Жесть просто. Так. Она куда идет? Ага. Меня вот смущает то, что она может сквозь стены проходить. Ну, нашел ключ от ее кабинета, значит. Наверное, где-то у нее в кабинете надо найти. Разве нет? Получается какая-то фигня. Ладно. Поднялся обратно. Мне просто неохота этот уровень как-то перезапускать. Потому что, ну, понятно, что какой-то стол. Вопрос какой? Действительно, вопрос какой? Side table. Как же это может переводиться? Блин, она еще и наверх поднялась. Черт, она вот прям чувствует. Гадина, а? Она прям чувствует. Не знаю, чем она там чувствует, но это однозначно, что чувствует. Ну вот же фоточки детей каких-то. Это разве не то, что мне надо? Откройте дверь и возьмите картинки. Ну, я уже тут столько обошел всего. Какую дверь? Какие картинки? Ну, ладно, предположим, что все-таки первый этаж. Предположим, что... Ну, первый для нас, для них нулевой. На нем где-то. Может, тут не досмотрел чего-то. Ну, действительно. Так, здесь проверим. Опа. Вот тут вот может быть.
Нет, хотя, блин, ключ от кабинета же ее. Ладно, продолжаем поиски на нулевом этаже. Все, сейчас получится, я думаю. Ух, нифига, тут игровая такая классная. Прикольно. Так, ладно. Здесь что? Нет, ага, ничего тут нет, короче. Все это какая-то фиг... Чё? Слышали, она что-то сказала? Secret Witch Inside или что там? А, вот! Ну, наконец-то! Вот оно! Ага. И все, серьезно? Что за ерунда? Какой-то изичный уровень. Ну, просто я очень долго комнату искал. Смотрим очень внимательно. Ага. Короче, нужно уронить люстру, видимо, да? Ага. Нужно, чтобы она была рядом, и я эту фигню уроню. Найдите эти ножницы на улице. И, в общем-то, этот... А, не ножницы, кэт. Что-то я перепутал со словом кут. Кат, или как они там правильно? Ну, кошечку туда надо запускать, что ли? Нифига себе. Вопрос только, где я найду кошечку? Что-то сколько я тут играю, я ни разу ни одну кошечку тут не видел. И это как бы основная проблема. Опа. Смотрите. Так. Ага. Спасибо. Подожди, я слышу. Я слышу кошака где-то. Так. Тут уже интересно. Где-то слышал. Эту дуру заморозил. Нормально все. Продолжаем поиски. Это будет очень сложно, я чувствую. В воде тут можно носиться? Нет, нельзя. Раньше, по-моему, можно. Да, вот, можно. Так, ну окей. Кошечка на улице. На улице она, стопудово. Ищем, ищем, давайте. Куда же она ее могла засунуть-то? Капец, вот такие перчатки зашибательски сделанные. Так, ага, вон. Может быть, где-то я тут не заметил. Сквозь все можно проходить. Прекрасно. Так, ладно. Бабусь, ты давай домой. Вот я слышу. Где-то здесь. Подожди, нет, вон там. Чего? Да... Как-то... Знаете? Чё за... Откуда звуки? Что? Мне кажется, как будто бы... Она где-то за забором. То есть совсем не тут. Что такое-то? Чё-то бабка тупая по улице именно ходит, гуляет. Нет, ну я слышу, это однозначно как бы. Снова. Ну откуда-то оттуда. Блин. Сердечко начинает еще сильнее биться в игре. От того, что эта дура близко. Да уж, чертовски сложная миссия, конечно. Найди вот кошку. Ну где ж я ее найду-то? Никакой подсказки, что тут ничего не было. И не будет, видимо. В мусорном баке, что ли, она, блин? А вот! Черт. Так. Кошака взяли. Нормально, теперь у нас есть кошак. Ага. Расположите на диванчике, на кресле, да? Блин, лишь бы она сейчас ко мне не пошла. Во-во. Да кто ж тут мяучит-то до сих пор? Уже же никого нет. Тихо. Ага. И погнали. О, тихо. Ага. Валим. Нормально. На какой диванчик? Вот на этот? Погнали. Ё-моё, настоящий кошак. Так, всё, валим. Now escape before she come. Ага. Ждем тогда. Да, уж сейчас будет что-то жесткое. Со стороны вот еще на это буду смотреть отсюда. Ну, хотя мне сейчас наоборот, наверное, увеличится все это. Типа, ну кто пустил сюда кошечку? Ага. А как упадет-то люстра? Я что, неправильно перевел или что?
Что-то я не понял. Ну, ладно, окей. Это странно, конечно. Но что есть, то есть. Ладно, ребятки, в принципе, на этом все. Вот такое вот получилось видео. Я допрошел третий эпизод. У нас еще остается четвертый, а там, блин, миссий. Дофига и больше. Этот третий по сравнению с ним вообще какой-то милипизерный, так сказать. Так, здесь тоже 8 было. А что, четвертый самый большой, что ли? Ой, а у меня первый нифига еще не пройден. Да уж, вот дела, конечно. Ну ладно, ребят, на этом все. Не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока. We'll be right back.